Настольный теннис был впервые включен в программу азиатских игр в 1958 году. Соревнования по этому виду спорта в Ханчжоу пройдут с 22 сентября по 2 октября, где спортсмены разыграют 7 комплектов медалей. Победителей и призеров выявят в одиночных, парных и командных состязаниях среди мужчин и женщин, а также в смешанном разряде. Казахстан на азиатских играх представят 8 спортсменов.